Дня, колеги, до вашої уваги головний тренер національної команди Андрій Шевченко, капітан національної команди України Андрій П'ятов. Традиційно працюємо, власне, перед тим, як хочете ставити запитання, прошу піднімати руку, дивитися на мене. Я побачу вас і надам вам слово. Прошу представлятися, називаючи своє видання і своє прізвище. Та прошу перекласти. Добрий день, дорогі колеги. Молю вас да прво подигнете руку, поставите питання, а онда ću дати реч господину Шевченку, а я сам Андрій П'ятов. Ізволіте. Ми готові до ваших запитань, прошу, хто готовий поставити перше питання, прошу. Мікрофон, так. І пре него що поставите питання, молю вас да узмите мікрофон, како ви смо чули. Газета «Вести» Стадниченко. Андрей Николаевич, и как состояние «Коноплянки» и как вообще проходят последние часы перед матчем? То, что касается вообще всех игроков, то есть у всех все нормально, все готовятся. Уже была небольшая температура в Запорожье. Сейчас он чувствует себя нормально, будет тренироваться. Вчера уже тренировался, сегодня будет тренироваться. Поэтому, игроки готовятся к игре. Pitanje je bilo kako se osjećaju igrači, kako se pripremate već pred utakmicu. Odgovor je, svi igrači se osjećaju dobro, svi se spremaju za predstojeći meč. U Zaporožju igrač je imao temperaturu, međutim danas se već osjeća dobro, tako da se svi spremaju i bit će dobro. Kolega, budu laska, koji još za pitanje, budu laska, tako. Андрій Синявський, НВ. Сборная України вже вийшла на Євро. Сербія ще має определенні шанси. Об'єктивна мотивація у сербів вища, ніж у нас. Що мотивує вас в цьому матчі? Є ли такий же настрой, щоб протистояти сербам? Щоб відповідати мотивації сербам? Ну, прежде всего, значит, у нас очень важная гра завтра с ней, потому что с точки зрения, значит, жеребьевки, нам важно, если у нас будет шанс, быть сильным. Значит, для того, чтобы быть сильным, нам надо завтра сыграть удачную игру. Мы, конечно же, решаем совершенно разные задачи сейчас турнирные. Значит, мы понимаем, как команда Сербии к этому матчу будем готовиться. Точно так же, я думаю, наша команда обязана готовиться к очень серьезному матчу. И тем более, значит, если речь идет о важности этого матча с точки зрения жеребьевки на будущее. Питание было испред НВА, господин Синяцкий. С обзором, да се Срби озбильно припремају за овај меч и да је њихова мотивација већа, шта мотивише репрезентацију Украине пред овај меч? Važno je da se dobro pripremimo za predstojeći meč i da uspešno odigramo, zato što Srbi svakako imaju veliku motivaciju da pobede s obzirom na žreb i prethodne rezultate i naš tim se ozbiljno priprema za meč. Prošlo mikrofon. Дмитро Поворожник, Тернопіль, десь можна і тренеру, і футболісту зі школи? Звичайно. Андрій Миколаївич, наші вболівальники не пускають сюди на стадіон. Багато хто хотів приїхати, але не може через таку ситуацію. Ми знаємо, скільки зараз близько вболівальники до команди. Наскільки це позначиться на вас? І як ви взагалі дивитесь на якраз конфлікт? Не знаю, це конфлікт, не конфлікт назвати за сервіс з українськими вболівальниками? Ну, в первую очередь, я думаю, то, что однозначно не будет хватать наших болельщиков нам. Но я думаю, это договоренность была уже между федерациями. Я не вижу смысла, значит, если есть какие-то конфликты, то их надо тушить, и чем быстрее, тем лучше. Значит, поэтому... Значит, нас ждет завтра матч, мы готовимся к нему, мы с уважением относимся к сербской команде. Это очень хорошая команда с хорошими исполнителями. Значит, и однозначно будет непростой матч для двух команд, но в этом матче всегда должно быть уважение друг к другу. Dakle, pitanje od novinara iz Odese, s obzirom
da našim navijačima nije dozvoljeno da prisustvuju u meču. Šta možete da kažete u vezi sa tim, kako se vi lično odnosite prema tome? Ukoliko je postojao neki konflikt, on treba da se smiri, ali već i tako federacija odlučila i mi se ozbiljno pripremamo za sutrašnji meč s obzirom da veoma poštujemo protivnika Srbiju i svi su dobri igrači i zato ne bih da ovo pitanje u vezi sa konfliktom dalje raspirujem. Андрій, ти грав тисячу матчів на різних стадіонах, де була найбільш просто запальна от атмосфера, яка там запам'яталась. І коли от футболісти готуються вийти на футбольний матч, чи дивитися їх взагалі, от яка атмосфера, як ультрас, чи цікавляться цим взагалі, тому що тут місцевих ультрас називають одним із найбільш таких яскравих, гарячих там в Європі. Ну, это ж хорошо, когда стадион полный, и команда, ну, болельщики красивые, эти перформансы где-то там. То есть мы для них играем, хотя и это не наши болельщики, но в то же время мы же их можем своей игрой повернуть против своей команды, правильно, грубо говоря? Если мы будем хорошо играть, они начнут давление будет на своих, поэтому надо заставить их, чтобы они поддерживали нас. Поэтому это хорошо, когда полностью. А где был такой стадион, где вот наикрутейшая была атмосфера? Да везде, во многих странах. Везде своя принципиальность, свои взгляды. Поэтому много стран, где есть хорошие болельщики. Pitanje je bilo reprezentativcu Andriju. Vi ste odigrali više od 1000 mečeva. Šta možete da kažete, koji vam je ostao u posebnom sećanju, koji ste najbolje zapamtili? Ili stadion na kom je atmosfera bila najživlja, s obzirom da su ovde najbrojniji i nekako vatreniji navijači Ultrasa. Nama je uvek prijatno kada je pun stadion i kada su dobri navijači, bez obzira što to nisu naši navijači, ali ako dobro budemo igrali, trudit ćemo se da ih motivišemo, da preokrenemo, da počnu da navijaju za nas. Što se tiče atmosfere na nekom stadionu, u inostranstvu, na svim stadionima, na mnogima od njih, atmosfera što se tiče navijača je bila dobra i mnogi od njih je zapamtio. Željko Vučković, tajnik, pitanje za Andreja i za Andreja. I za selektora i za golmana. 5-0 u prvom meču u Lavovu, najveća pobjeda Ukrajine u kvalifikacijama. Koliko vam to sada otežava, jer iz srpskog tima najavljuju da je to dodatni motiv za revanš, bez obzira na male šanse da se Srbija sutra plasira na evropsku prvenstvo? Vam na ruski ili na ukrajinski? Na kakoj? Na ukrajinski, na ukrajinski. Znači, Željko Bošković pred Tanjugom. Pitanja o skiki v Ukrajini, u Ljvovi, Serbija prohrala 5-0. I це велика перемога України в кваліфікаціях і тепер велика мотивація у сербської команди перемогти завтра у цьому матчу. Як ви почуваєтеся, що ви думаєте у зв'язку з такою атмосферою нашої збірні? Я думаю, что правильная мотивация у сербской команды, потому что я не думаю, что счет имеет какую-то роль. То есть у нас во Львове была совершенно другая игра, для нас было важно, значит, заработать 3 очка, и мы это сделали. Поэтому я не думаю, счет это должно быть какое-то отражение там игры двух команд. Это, я уже после матча сказал, значит, это не всегда так правильно бывает. Мы знаем сербскую команду, это хорошая, добротная команда с хорошим исполнителем. Поэтому завтра будет непростая игра. И я думаю, для нас больше важна эта игра с точки зрения турнирной таблицы. Нам важно заработать очки для того, чтобы мы думали о том, какая у нас в будущем будет жеребьевка.
у сербской команды другие задачи, значит, они продолжают бороться дальше за занятие второго места. Поэтому две команды будут иметь разные турнирные задачи и разные стратегии на завтрашнюю игру. Što se tiče motivacije srpskog tima, mislim da je to dobra i prava motivacija. Kada smo pobedili u Lavovu, tada je situacija bila drugačija, zato što je naš zadatak bio da osvojimo ta tri boda i to smo i uradili. A sutra nas očekuje igra dva tima i odnosimo se prema Srbiji kao prema jednom ozbiljnom timu, zato što su svi igrači veoma dobri. Dakle, to će biti igra dva ravnopravna tima, a za Ukrajinu je bitno da opet osvoji bodove na tabeli, što će uticati na dalji žreb i na našu igru u budućnosti. Za Srbiju predstoji borba za drugo mesto na tabeli, dakle dva tima koja se bore za mesto i ostvarenje svojih pozicija na tabeli. Yes, please. Mm-hmm. Yes, gentlemen. Sportski žurnal Peković Aleksandar za selektora Ševčenka. Da li se plaši debakla kao koji je imala Srbija u Ljubovu, pa recimo da sad Srbija pobedi Ukrajinu recimo 5-0 i za Pjatova, da li misli da može da ponovo ne primi gol? Znači, dva pitanja i ulovnom treneru i voratarju. Vid imeni sportivnog žurnalu, žurnalista sportivnog žurnalu. Može vi očekujete, bo jak stavite se do takoj situacije, što Srbija može zabiti 5 golov, jak це було у Львові з боку України. І питання до воротаря. Як ви ставитеся до такої ситуації? Чи ви можете не прийняти гол, тобто захиститися повністю? Знаєте, я не ставлю ніякі перед собою. Якщо сербська команда буде достойна і покаже хороший футбол, значить, вона буде сильніше. Це футбол. Ja ne želim da dajem nikakve prognoze, ako srpski tim pokaže bolju igru, znači da je bolji, zato što je ovo ipak futbol. Jesi Ukrajina bude silnije i obigra za to Srbiju, znači mi naravno budem lukši. A ako Ukrajina bude bolje igrala, onda ćemo mi biti bolji. Я как вратарь, я обязан пропускать голы, поэтому, как и вся команда, настроены также на атаку и на оборону, поэтому здесь зависит от всей команды, если мы будем хорошо организованно играть, то, наверное, не пропустим, поэтому мы, счет начинается 0-0, поэтому игра покажет. А я као голман дужен сам да не пуштам лопту да уђе у гол, али то не зависи само од мене, значи и од напада, и од одбране, и од целог тима. Утакмица почиње резултатом 0-0, па видет ћемо који ће бити крајњи резултат. Do you have some more questions or it's everything is good? Yeah? That's the last one. Okay. Андрій Тодоров. Ми вже доводимо до кінця кваліфікації. Чи знаєте менш більше, яку команду берете на Євро на наступний рік? Чи ще буде шансів молодіжні гравців викликати стати? Я думаю, що багато часу, значить, до початку чемпіонату Європи, значить, дуже багато може змінитися. Какую-то стратегию строить и планы какие-то, значит, начальные. Я не вижу смысла делать это сейчас, надо дождаться жеребьевки, потом посмотреть, в каком состоянии и в каком составе будем комплектироваться, а потом уже будем строить планы. Но однозначно будут несколько товарищеских игр,
значит, в начале следующего года перед Евро, и там будем давать шансы более молодым футболистам, скорее всего, или тем футболистам, которые играли меньше, для того, чтобы они могли иметь шанс проявить себя. Da li možete da date neku prognozu kakav će biti sastav tima za kvalifikacije za evropski šampionat sljedeće godine? Da li ćete više šanse dati mladim igračima ili će to biti neki drugi? No, odgovor. Mnogo je vremena još do šampionata Evrope. Može da dođe do brojnih promjena. Mi sada razrađujemo strategiju, ali sve zavisi šta će žreb pokazati. Vidjet ćemo da li će to biti mlađi fudbaleri ili već uigrani fudbaleri. Pred nama su i brojni prijateljski mečevi i vidjet ćemo da li će to biti na kraju igrači koji su igrali manje ili iskusniji igrači. Thank you very much. Hvala lepo.